Ольга Орлова показала новорожденную дочку. 45-летняя певица доказала, что рожала сама, без суррогатной мамы. 6 февраля Ольга родила дочь Анну. Несколько дней она находилась в роддоме под наблюдением врачей. На второй день было тяжеловато, лицо опухло, на уколах. «Спасибо всем за внимание, у ребенка все хорошо», рассказывала Орлова в соцсетях. Сейчас Ольга пришла в себя, и врачи разрешили ей выписаться. Телеведущая опубликовала видео с новорожденной дочкой. «Едем домой», сообщила ведущая «Дома-2». Ксения Бородина подарила красивый розовый комплект для малышки. Дома маленькую принцессу ждет обставленная детская, которую Орлова показывала еще до родов. Артистка не планирует надолго уходить в декрет. Через несколько дней она собирается выйти на съемки. Ведущая снова вернется на проект «Дом-2», где ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед.